Да, братан, это же развод все, ты че, да по-любому, ну конечно. Слушай, если он не хочет переводить деньги на карту, ну, блядь, тут два варианта. Либо он хочет нас сдать, либо он хочет нас убить. Все, третье не дано. Ну все, все, нет денег, нет тачки. Слушай, прощаемся. Че мы, лошадь в последний на личной встрече ходить? Слушай, Лариса пришла, я тебе призвоню, как бы, да? Да. Так, а что случилось? Ну, в общем, я сейчас случайно узнала, что завтра кастинг будет, а дизайнер из Москвы приезжает. Ну, и что? Ну, и мне, короче, Лена такая, говорит, только Маринке не говори, мне бедра как футбольные ворота, ее на кастинг не позвали. А там еще троих позвали, так у нее вообще страшный капец. Ларис, хорошая история, что случилось? Так и меня на этот кастинг не позвали, меня, ты понимаешь, у меня параметры идеальные, у меня кожа идеальная, у меня на лице ни одного прыща нет. Вон, Лена, на лице не Маргарита, так ее позвали, а меня нет. Ларис, ты что, на кастинг не позвали, да я тебе плачешь? Ну ты совсем уже что ли? Дим. Чего? Ну ты скажи мне на только честно. Давай скажу. Ну я тут что-то не понимаю, я красивая. Ну как тебе сказать? Ты у него спроси.